Теперь посмотрим другую секцию. Как понятно, в любом магазине оружейном много патронов. Много патронов. Но о патронах мы будем говорить в следующий раз. А теперь просто посмотрим. Вот у них здесь секция так называемых AR начинающего уровня. То есть DPMS, Rock River, Colt и тому подобное. Is that a SIG 516? Yes. Can you grab that for a second? That's a SIG M400. Yes. The 516 is the next one, right? Вот. Для тех, кто хотел увидеть, как выглядит SIG 516, поршневая система, изначально скопированная от фирмы LWRC, вот SIG 516 для желающих. Спасибо, Сергей. Переходим к следующему. Хочу напомнить спасибо Сергею за то, что он помогает мне в этом видео. Спасибо этому магазину за то, что меня просто здесь пустили до начала бизнеса. И спасибо хозяину магазина Вита, что он это разрешил. Правда, учитывая, сколько я денег потратил. Я думаю, что он просто надеется, что я еще потрачу. Что уши приходят каждый раз, когда я сюда прихожу. Поэтому я стараюсь сюда приходить только с большим кошельком. А теперь посмотрим на следующий вариант. AR-ок, так как наша юморная заставка закончена. Юморная не с точки зрения моего кошелька. This is a Dano Defense V9 lightweight. This is one of the lightest AR-15s on the market. It's got a slightly thinner barrel, so it's not a mil-spec profile. It's got a standard gas system to save on weight. It is extremely, extremely light. And Dano Defense is a great company. They're very accurate, very reliable guns. They have awesome customer service if you ever do have an issue, which you probably won't. It's got a full top rail, quad rails on a forward part, and it is a very smooth gun with their own furniture. Вот это вот вариант не поршневый, но очень хорошая система. Кстати, некоторые у нас на канале живут рядом с прямо изготовителем. Вот посмотрите, очень легкая винтовка. Пока ее в руках не подержишь, не будет понятно, насколько она легкая, насколько она удобная. То есть, реально говоря, ее можно держать двумя пальцами. Только не моими двумя пальцами. Или не теми двумя пальцами. О, вот Сергей получилось. Очень интересный вариант для тех, кто не хочет поршневую систему, но хочет при этом высококачественную AR-ку. Вот теперь мы переходим к разделу высококачественных AR-систем данного магазина. Как вы видите, здесь на стене варианты Daniel Defense, LWRC, LMT. Yeah. LMT, something else. This. То есть здесь что-то другое. Special thing. Вот необычная вещь, которую я даже не видел ни разу. This is the Warsport Elvoa. It is one of the hottest AR-15s on the market right now. The vast majority of what they use on it is their own technology, it's their own parts. What's great about this, and I love this, the rail goes all the way up to the muzzle brake. It is very light, and it is quite possibly the smoothest AR. Wow. On the market. Никакой задержки, никакого трения. Вот это вот новая система фирмы Warsport, о которой я, честно говоря, еще не знаком, надо будет познакомиться. Вот посмотрим на нее. Вот, как говорится, каждый раз пришел в магазин и узнал что-то новое. Хорошо, что хоть не купил что-то новое. Пока. Пока. Вот спасибо, Сергей, за то, что показал. Вещь очень необычная. Вот, как говорится, это еще одна из ярок высококачественного уровня. И вот здесь, соответственно, стоит много разнообразных. В том числе прямо перед нами стоит кольтовский карабин с глушителем. Как понимаете, глушители тоже продают. Так, и теперь перерыв, переходим к следующему стенду. А вот теперь мы переходим к следующему стенду, где в основном AR-ки в 308 калибре или 7.62 на 51. И в данном случае перед нами вариант LWC Rapper в этом калибре.
What length barrel? This 16? Is going to be, I believe, an 18. С 18-дюймовым стволом. Это считается одним из лучших карабинов 308 калибра AR, соответственно, поршневая система. И посмотрите, как здесь сделано. То есть здесь нет такой же затворной системы, как на обычных AR-ках, а есть просто затворный механизм слева и рукоятка слева, что, соответственно, облегчает работу для тех, кто привык к не AR-очным системам. Давайте посмотрим на нее поближе. А теперь вид сверху, особенно если камера сфокусируется. Очень необычная винтовка, с моей точки зрения. Ну, как говорится, LWRC является основателем в некоторых областях создания AR-ок. И 308-я, данный вариант, это вот чисто их изделие. Очень легкая вещь, очень точная. Видите, как легкая, сама даже летает, практически без помощи рук. Для тех, кто хочет AR в 308 калибре, вот это один из вариантов, которые действительно я бы мог рекомендовать. Есть много AR-10, которые я не буду рекомендовать, потому что у меня самого с ними плохой опыт. Здесь их нет в магазине? Нет. SR-25 есть. Ну, есть, соответственно, SR-25 фирмы Knights Armament, на который мы, может быть, взглянем буквально на последние минуты моего пребывания здесь утром, так как магазин скоро откроется для покупателей. Вот этот вот вариант наиболее близкий к М110 американской армии. Ну, соответственно, гражданский вариант. Вот как интересно, посмотрите, вот здесь мишень и прицел сбоку, уже встроенный. То есть винтовка уже изначально создана для установки оптики, что вполне логично для 308 калибра. Не будешь с ним двери ломать. По принципу, пуля пройдет насквозь, и дальше насквозь, и еще раз насквозь. Ну вот, красивая очень вещь. И стоящая. Я, например, раньше их вблизи сам тоже не видел. Но теперь видел. И вам покажу. Кстати, фирма находится тоже во Флориде. Knights Armament, как и многие оружейные компании. И вот на этом мы сейчас почти заканчиваем первый обзор данного магазина. Не детальный, а общий. Спасибо еще раз, Сергей. Вот смотрим на различные варианты их высококалиберных AR-ок. Я еще раз пройду по магазину, просто сниму те необычные вещи. Спасибо за просмотр. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал и узнайте, когда это продолжение появится на канале. Еще раз спасибо за просмотр.